Собственно, мы живем в это время. Ты достаточно оперативно реагируешь, потому что вот у тебя же прекрасные вещи есть о министре обороны Сердюкове, который... Бывшим. Уже бывшим, да. Ты можешь воспроизвести просто? Да, я тут чисто случайно, у меня вот... Ну, как всегда, оказалось, как водится. Под рукой, да. Поэтому... Называется «Возвращение мебельщика». В АО «Мебельмаркет» готовится столик. Шампусик, вискарик и корка. В родной коллектив возвращается Толик, воспитанник Ленмебельторга. Он честно трудился на мебельной ниве, не пьянствовал, не куролесил. И не было в мире завмага счастливей на рынке диванов и кресел. В стране, где разбойная хватка акулья давно превратилась в науку, он ловко толкал шифонеры и стулья, в торговле набив себе руку, которую дочке премьера красиво отдал он решением быстрым. И вскоре мордатый Толян стал в России ее оборономинистром. Чтоб не было нам за державу тревожно, когда разгуляются штормы, Толян продолжал продавать все, что можно, во имя военной реформы. Им проданы были склады, полигоны, в казармах дырявая кровля. Осталось толкнуть сапоги и погоны, но тут навернулась реформа. Поскольку в квартире с любовницей Женей в следах их застукал в зоопарке, и вот он кольцом из ее сбережений вновь катится в свой мебельмаркет. Он двери откроет, ну, здравствуйте, что ли, скомандует голос могучий. Ну, как там во власти жилось, Анатолий? Фигня, с вами в мебельном круче. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».